Всем привет! С вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот зефир, зефирные палочки с начинкой. И покупала я их в Победе, магазин Склад. Оставались они, кстати, последние, видимо, их очень хорошо берут, и я надеюсь, что они очень вкусные. Здесь у нас 500 грамм и плюс-минус 10 грамм, или каждая палочка весит 10 грамм, не знаю. Давайте с вами посмотрим состав. Я уже вижу здесь 3-4 Е-добавки. Даже больше. Давайте вы тоже посмотрите. Вот, вы можете сейчас нажать стоп и почитать его. Потому что сейчас я еще начну его читать, то у нас с вами затянется ролик на полдня. Есть даже сайт, e-mail можно написать, из города Саратов. Она приехала к нам. Так, ну е добавки здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну 6, кстати, это перебор. Купила я ее чисто для обзора. А так в обычной жизни, конечно, я такие вкусняшки не покупаю, если здесь есть товары больше 3 Е-добавок, то я не беру. Так, давайте ее откроем. Кстати, вот здесь трогаешь, они очень мягкие такие, и кажется, что они какие-то такие, даже не знаю, как назвать. Как мусс, что ли. Они так ароматно пахнут. Так, давайте с вами посмотрим. Так, кстати, забыла показать вам сбоку. Так, они выглядят сбоку. Здесь их 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Где-то 16 штук. Можно даже покупая, наверное, сразу посчитать там же, сколько их штук, и взять там, где побольше. Так, давайте попробуем вот эту взять. О, они даже слепились. Ой. Вот эту давайте. Так она выглядит. Такая мягенькая. Кстати, поменьше, есть побольше. А, но они разных размеров даже. Из них что-то вытекает периодически. Начиночка, которая прям такая, знаете, тянучая. Так вылезло прикольно. И можно засунуть обратно. Можно даже склеить, и как будто никто ничего не трогал. Давайте с вами попробуем ее. Мне кажется, она должна быть очень нежная, мягкая и, думаю, что ароматная. Пробуем. Она действительно бесподобна. Она очень нежная, мягкая, и во рту она просто растворяется. Как вот мед растворяется во рту, там ших его и нет как будто. Здесь точно так же, поскольку вот она прям нежная очень, и она, как-то, знаете, так вот она была-была, так вот пш, и нету. Очень вкусная. Вот. Но мне казалось, что она будет как серединка вот в чикапайках. Такая она как бы тоже беленькая. И как ты ее так пожуешь, там забыл, как она правильно называется. Мне почему-то казалось, что вот она такая. Вроде она и такая прям нежная, мягкая. Но нет. Она тоже нежная, очень мягкая. Кстати, сладкая. По вкусу я не поняла, что здесь
за серединка. Надо было, когда она вытягивалась. А, ну вот, вот она вытянулась. Сейчас мы ее отдельно попробуем. У нас с вами уже традиция пробовать все по два раза. Да, она похожа на... Она похожа, действительно, да, на кого-то там. Я не буду называть, на кого она похожа. Иначе сейчас аппетит пропадет и у вас, и у меня тоже. Вот. Нет. Это начинка. Давайте ее будем пробовать. Не будем портить аппетит друг другу. Начинка, знаете, как карамель. Как какой-то джем перетертое что-то. А вот что, непонятно. И она такая прям сладкая. Явно сладкая такая. Прям такое. Не знаю даже, что это. Видимо, из-за того, что очень много сахара, то непонятно, что там такое. Допустим, недавно мы с вами пробовали варенье апельсиновое. Там тоже было куча куча сахара. И вкус апельсина абсолютно не было. То есть сахар он перебивает. Давайте теперь попробуем саму зефирку. Да. Она такая прям мягкая, как какой-то слаймик. Она тоже, кстати, сладкая, и под зубами что-то хрустит. Такое вот что-то вот там мелкое есть. Наверное, сахар. Недорастоварившийся. Вот. Ну, сладкое, да, оно вообще прям... Сама тоже сладкая. Хотя, когда их вместе пробовала, мне показалось, что не настолько сладкая. Видимо, может быть, даже приторная. Скорее всего. Вот, но она прям такая мягкая, как облако. Растворяется. Даже, мне кажется, гораздо вкуснее вот эта именно белая штучка без начинки. Можно даже, мне кажется, других разламывать. Вот так вот. И вынимать эту начинку. Но я не думаю, что этим будет заниматься кто-то. И, кстати, все такие приплюснутые. Ой. Немножечко они из-за этих начинок влажненькие. Можно вместе даже, наверное, вот так вот добавить. То есть, наверное, вот как-то так. Сверху они, кстати, немножко такие подсушенные, как будто. Снизу макроватые. Но вкусно, мне понравилось. Можно иногда себя побаловать, тем более здесь довольно много. То есть тут целых 500 грамм, и я думаю, этого должно хватить очень-очень надолго. И, кстати, очень удобно, что она находится в своей коробочке. То есть, если, мне кажется, вы положите в пакет, потом еще придавите чем-нибудь, то здесь будет не очень красивая картина. Так, подождите. Ну да, там будет не очень. Поэтому очень удобно положить именно в пакет вместе вот с этой вот коробочкой, и будет все супер. Доставать, кушать иногда. Вот. Ну, поскольку она приторно-сладкая, то я думаю, ее должно хватить очень надолго. Вот, ну, я сладкоежка, но я не люблю приторно-сладкое. Но она вкусная и ароматная. Изредка можно брать. Раз в год, я думаю, на год этого должно хватить. А насчет того, засохнет она или нет, наверное, я проверю. Оставлю, наверное, одну штучку. Но я думаю, что она не должна засохнуть, не должна превратиться в сухарь там или во что-то такое. И потом, наверное, я отпишусь вам все-таки в комментариях, если она засохнет, насколько она будет рассасываемая. Вообще, будет ли она съедобная. Вот. Такой у нас с вами был сегодня обзор. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, другие обзоры из магазина Fix Price, Победы, Светофора. На всякие вкусняшки, шоколадки, Альпенгольд, Милка.
другие разные вкусняшки на тортики, вафельные тортики и тому и муму. Много всего. И еще выйдет очень много. У нас ролики с обзорами выходят через день. Через день выходит. И также у нас выходит каждый день влоги. Влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся. Моему сыну 2,9. Еще малышка, малышек. Вот. Также на нашем канале есть живопись, есть обзоры на технику. Обязательно смотрите. Интересно. Вот. Обзор на видеокамеру, например. Какая у меня, чем она хороша, чем плоха и так далее. Все это есть, есть плейлисты, все разложено для вас, все лучшее для вас. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь обязательно. Пишите комментарии, свои отзывы в ней, о ней, вернее. И ставьте лайки. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.